День сложится благоприятно для тех, кто готов действовать по-новому. Многие проверенные методы могут оказаться неэффективными, так что лучше импровизировать, искать нестандартные решения. Легко будет поладить с окружающими, договориться о совместных действиях. Не исключено, что у вас появятся союзники, на которых можно положиться во всем. Стоит уделить внимание семейным делам. Если кому-то из родственников понадобится помощь, старайтесь не отказывать в ней. Вечер порадует хорошими новостями издалека. Овен, день будет благоприятным для общения. Удачно пройдут и деловые, и личные встречи, вы на многих произведете хорошее впечатление. И давние друзья, и новые знакомые охотно помогут вам, если вы об этом попросите. Полезно обсуждать новые идеи и планы, вам подскажут, как проще и быстрее реализовать задуманное. Не стоит спешить с решением финансовых вопросов, понадобится время, чтобы понять, как лучше действовать. Подумайте дважды, прежде чем делать какие-то незапланированные покупки. Во второй половине дня вероятны небольшие денежные поступления. Телец, вас ждет насыщенный и вдохновляющий день. Будет возможность сосредоточиться на интересных делах, важных для всех, и справитесь вы с ними даже лучше, чем ожидали. Успехи не останутся незамеченными. На них обратят внимание люди, уважение которых вы долго старались заслужить. Не исключено начало деловых отношений, благодаря которым перед вами откроются новые профессиональные горизонты. Общение с близкими будет радовать, не возникнет поводов для разногласий. Вечер хорошо подойдет для встречи с друзьями. Они наверняка развеселят вас. Близнецы. Едва ли этот день принесет большие успехи и важные победы. Он хорошо подойдет для текущих дел, решения привычных задач, тут сложностей не возникнет. А вот если вы возьметесь за что-то новое, то можете столкнуться с трудностями. Потребуется настойчивость и целеустремленность, чтобы преодолеть их. Вероятны удачные покупки. Вы безошибочно выберете вещи, которые долго будут радовать вас и ваших близких. Старайтесь не переутомляться. Если во второй половине дня появится возможность отвлечься от дел и немного отдохнуть, воспользуйтесь ею. Рак, день будет удачным и плодотворным. Вы найдете способ добиться того, к чему давно стремились. Не возникнет проблем с привычными делами, вы справитесь с ними быстро, не допустите даже мелких ошибок. Приятными будут встречи с давними знакомыми. Не исключено, что вам предложат что-то интересное. Во второй половине дня стоит обдумать планы на будущее. Вам удастся правильно оценить сложившуюся ситуацию, понять, как лучше действовать дальше. Это время хорошо подойдет для решения финансовых вопросов. Лев, первая половина дня пройдет беспокойно и наверняка преподнесет сюрпризы. Будьте готовы изменить планы. Сделать это придется из-за каких-то неожиданных событий или новости, которые приятно удивят всех. Не исключены полезные знакомства. Возможно, именно сегодня вы встретите людей, с которыми вскоре будете работать вместе. Позже наступит благоприятный период для решения бытовых проблем. Могут потребоваться расходы, но едва ли речь будет идти о значительных суммах. Вечер стоит провести с самыми близкими, общение поднимет настроение. Дева, первая половина дня благоприятна. Она подходит и для завершения старых дел, и для того, чтобы взяться за что-то совершенно новое. Интуиция подскажет, с чего начать и куда двигаться дальше. Хорошо пройдут деловые переговоры, вероятны удачные сделки. Можно работать с документами, обсуждать юридические вопросы. Вторая половина дня принесет новые дела и заботы. Из-за них нужно будет изменить планы, отложить какие-то встречи. Не стоит переживать из-за этого, чуть позже обязательно появится возможность наверстать упущенное. Весы, день сложится удачно, но не обойдется без сюрпризов и неожиданностей. Появится много новых дел и задач. Придется часто переключаться с одного на другое. Не исключены странные совпадения, удивительные события, которые натолкнут на интересные мысли. Что бы вы ни задумали, имейте в виду, с воплощением идей в жизнь пока лучше не торопиться. Вечер – отличное время для того, чтобы вспомнить о давнем хобби или обзавестись новым. Найдите занятие, которое увлечет вас по-настоящему, и настроение сразу улучшится. Скорпион, начало дня подойдет для важных дел, решения серьезных задач. Не исключено, что вам придется думать о нескольких вещах сразу. Кто-то другой в такой ситуации обязательно растерялся бы, а вы совсем отлично справитесь, ничего не забудете и не перепутаете. Вторая половина дня – время, когда вам наверняка пригодится опыт, полученный раньше. Благодаря ему вы быстро сориентируетесь в неоднозначной ситуации. Поймете, что стоит говорить и делать. Порадует общение с близкими людьми и их поддержка вдохновит вас. Стрелец, не стоит начинать день с совершенно новых дел. Утром вам сложно будет сосредоточиться, это может привести к досадным ошибкам.
да и в общении с окружающими вероятны напряженные моменты. Разногласия, споры, недопонимания могут огорчить самых впечатлительных стрельцов. Но влияние позитивных тенденций будет усиливаться, причем довольно быстро. Вскоре после полудня вы почувствуете, что дела идут на лад, открываются новые возможности, а рядом становится все больше людей, с которыми легко найти общий язык, договориться о совместных действиях. Козерог, многое будет получаться хорошо. Вы справитесь со сложными делами, найдете способ преодолеть преграды, которые возникнут на пути. Удастся одержать верх над давними соперниками, а заодно показать новым знакомым, на что вы способны. Не исключены интересные предложения, связанные с работой. День будет благоприятным с точки зрения личных отношений. Вы друзьями, родственниками и другими близкими людьми. Вероятны романтические сюрпризы. Они поднимут вам настроение и запомнятся надолго. Водолей, в начале дня едва ли удастся избежать суеты. Это время принесет массу событий, каждое из которых потребует вашей реакции. Принимать решение нужно будет быстро, вы с этим отлично справитесь, если прислушаетесь к интуиции. А вот советы знакомых едва ли окажутся полезными. Вторая половина дня пройдет спокойнее. Вы сможете сосредоточиться на важных делах и успешно завершить их. Вероятны приятные знакомства, встречи которым вы будете рады. Если вы с кем-то были в ссоре, помириться окажется нетрудно. Рыбы, вряд ли удастся избежать недоразумений в начале дня. Велика вероятность, что в это время что-то пойдет не по плану. Но особенно переживать не стоит. Во-первых, больших проблем не возникнет. Во-вторых, ситуация вскоре изменится к лучшему. Вторая половина дня будет благоприятной и для серьезных разговоров, и для важных дел. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с близкими. Во многом это будет вашей заслугой. Вы найдете подход к каждому, постараетесь всем поднять настроение. Вечер подойдет для обсуждения общих планов. Такие беседы будут особенно вдохновляющими.